Бум. Привет, привет, мои дорогие. А у нас что? У нас ягода малинка. Хоп-хоп. Кружит головой. Ожидает топ. Такая ты грустинка. Холодная, как лединка. Ах. Вы чувствуете, да? Пожрем вместе. Пожрем вкусно. И пусть весь мир отдохнет. Я еще секундочку. Я забыла, что я хотела за вас, мои дорогие. Не думайте, что это брашка. Это молоко. Сейчас солнышко. Я вот это пожру. Ну, сколько могу сожру. И еще пойду собирать. О, обалденно вкусно. А что не съем, я заморожу. Единственное, у меня нет трубочки. Ну, может, найду. Знаете, в чем прелесть замороженной малины? Она сладкая, но маленько. Посыпьте еще песочком, вот как я это сделала. Аккуратненько перемешайте. Можно в маленькие коробочки или в тару и положить в морозилку. Не надо не варить ничего. И у вас будет практически свежая ягода на зиму. Как вкусно. Потому что не всегда попадаются. Есть и сладкая малинка, и есть кисленькая. Ой. Зря жуков не попадается вроде. Не вижу. Жрите прям жуками. С червяками, с жуками. Как это делаю я вот тут. Ничего страшного. Обалденно вкусно. Но у меня здесь нет коробочек. Думаю, что я блендер не взяла. Ой, обалденно. Да с молочком. Руки здесь не отмываются. А еще грядку с чесноком обрабатывала. Надо еще чуть-чуть там осталось дрыхлить. Ну, обед-то по расписанию. Это мой обед. Обалденно вкусно. Давайте тоже накладывайте. Собирайте ягоды, у кого есть. Мешайте вот так вот. Можно перемешать, можно не перемешать. Вообще эту чашку малины я заработала. Собираю. Обалденно вкусно. С молочком. Кстати, Виктории у нас тут не очень много. Приятного и мне, и вам аппетита. Всех обняла. Ваша Наташа. Я продолжу.